Здравствуйте, мои дорогие! С праздником! Сегодня великий праздник Троицы. Это день рождения церкви. И отмечали мы его долго и интересно в нескольких храмах. Расскажу, сейчас покажу, как я отмечала его сама. Я попала сегодня на службу в семинарию. Ездила встречаться с отцом Максимом Кокаревым. Вот, попозже расскажу, о чем мы договорились. Вот, посмотрите, как это было. И всем, кому интересно, как проходит служба у нас в храме, вот это видео праздничное. Благословен Господи на вас, такой благодати человека любит всегда на ней пресне во веки веков. Святых славных схвальных апостолов, всех святых поведов, спаси от нас всех благ и человека любит. Главный догмат нашей христианской веры, главный догмат. Сегодня праздник, который этому догмату посвящен, который посвящен Богоявлению. И спаси Божьи души наши. Божественного, Жесвятого, Единосущного, Единосильного, Единославного и Сопреснасущного Духа Неспасного. А в нашем храме трех святителей, вот здесь, тоже была чудесная служба. Храм прекрасно, красиво, очень украшен зеленью. И вот здесь, на детской площадке, был праздник. Наслаждайтесь! Алексея Владимировича!
ступал, духовности причина ты ступал. Вы молите Христу Богу обо мне, о моей удалой голове. С песенкой вас большой.